Имя Ивана Ткаченко известно каждому жителю Ярославской области и вызывает огромное чувство уважения и гордости то, что он делал при жизни. В школе, которая будет носить имя Ивана Ткаченко, будут заниматься маленькие жители города Ярославля, и для кого-то из них это будет возможность исполнить свою мечту. А вообще строительство спортивных сооружений позволит на территории города Ярославля привлечь к спортивным занятиям большее количество детей, и дети смогут находиться и заниматься спортом, а не находиться под влиянием улицы, что тоже, безусловно, сказывается на снижении подростковой преступности.